Приветствую тебя. Как поживаешь? Хотел бы поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты лицом к стене отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Ты мылся, одевался и ушел. Но беглый взгляд твой в зеркале усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной. Я был готов тебя утешить снова. Но нет, ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался. Но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу? Все это было от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут, те все сидят у моего огня. Потом обед и вздох тяжелый снова. А я стоял так рядом за спиной. Я ждал, что ты промолвишь слово, что наконец договоришь со мной. Что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтоб я помог в решении проблем. Но мысль тебя какая-то уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. И когда весть к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригожусь я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышком лучами согревал. Я сделал так, чтоб радуги повисли, как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, и дождь пролил обильной стороной. Все птицы пели песни целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной, и в спешке приняв ужин без заботы, вдруг канул в телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго. Она важна, как видно, для тебя. Она важнее разговора с Богом. Зачем ты игнорируешь меня? Или уйма дел, что ты хотел закончить, настолько ли важны сейчас, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз? Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но было это сквозь пространство сна, и, к моему большому сожалению, он одолел тебя до дна. За целый день, не проронив ни слова, за что же ты не любишь так меня? Но завтра я опять приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтоб упрекнуть тебя, доставить боль, но чтоб помочь и делом, и советом, чтоб проявить к тебе свою любовь. Общение обоим нам и нужно, и полезно. Я рядом буду, я тебя дождусь. Вдвоем, поверь, нам будет интересно. С любовью, твой Спаситель Иисус. Аминь.